Я думаю, что люди справедливость найдут, и я лично, и исполнительный комитет Гагаузии, мы примем все меры к тому, чтобы справедливость восторжествовала. Относительно руководства этого предприятия в Гайдарах, я обращался и в адрес премьер-министра. И что интересно, я обращался в адрес и предыдущего президента, и предыдущего премьер-министра. Я указывал на эти недостатки. И я говорил всем трем составам правительства, я говорил, что мы когда-нибудь выведем, эти люди вынуждены будут выйти на улицы. И эти люди вынуждены будут отстаивать свои права, законные права, которые они не могут отстоять в силу того, что закон не работает. И кое-кто из чиновников просто прикрывает это дело, и люди вынуждены будут идти на неадекватные действия. И мы вот в Гайдарах такую ситуацию наблюдаем. Это только первая ласточка. У нас есть еще несколько таких проблемных населенных пунктов, и эти люди выйдут, и тогда вот те чиновники, особенно из прокуратуры, где они сегодня получают какую-то защиту, полетят и погоны, и прокуроры полетят. Потому что там будут действия совершенно неадекватные. У нас такая ситуация была в селе Котовском. И в этом селе вовремя власти не вмешались. Когда они вовремя не вмешались, люди устроили самосуд, и потом все село таскали по уголовному делу разбираться длительные годы по судебным инстанциям. В Гайдарах мы этого не допустим. И я ответственно говорю, что этот руководитель будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. И я не оставлю это дело в покое. Я хочу, чтобы раз и навсегда те руководители, которые недобросовестно исполняют свои обязанности по отношению к владельцам доли земли и имущества, они должны понять, что они будут нести персональную ответственность. В этом контексте новый начальник УВД – это фигура ответственная, и он доведет дело там до конца. И те руководители, которые виновны в нарушениях, будут привлекаться к ответственности, и интересы простого крестьянина будут соблюдаться. Я абсолютно уверен в профессионализме этого начальника УВД, исполняющего обязанности сегодня. Этот человек наведет там порядок, люди получат свою землю, люди получат возможность обрабатывать свою землю так, как они ее хотят. Или отдавать ее в аренду тому человеку, кому они хотят отдавать.